Вообще, прикинь, как они заморочились, чтобы построить этот отель. Довольно-таки наивно с их стороны. Это значит, им не пофигу. Значит, они верят в тебя. А ну, стоп! Добро пожаловать в наш отель. Молодой человек, не порть праздник. Да, кого еще порчу тут? Тебе, что ли? Ваня, вот зачем? Ну зачем? Ну как ну, еще? Вы в курсе, кого вы ушатали? Это ваш сын. А узнайте его в полицию. Говорят, помогает. Юля! И это поняла, приняла и записала. Я вам скажу по секрету, я собираюсь построить здесь большой, крупнейший в регионе завод, дать людям рабочие места. Если этот Строгов думает, что может просто взять и выплюнуть нас, я ему отвечу. Маловероятно. Вы русские, очень непостоянные. Согласен. Что, по страховой отобьешь? Нету у меня страховки, не оформлял я! Вот это зря, надо было оформить. Ты хороший отец. Я старался. Ну что, Ванька, как старый добрый? Мажор в Сочи. Старичок, нимфетку свою забирай и шел отсюда. Слушай, ты щенок. Что значит нимфетка? А это тебе, Сонь, пусть вон альфа-отец объяснит. С 22 декабря смотрите на Кинопоиске.